Студенческие годы – это не только посещение занятий, сессий и курсовые, но и лучшее время в жизни молодых людей. Прошедший сегодня в МГУ имени адмирала Невельского день студента подтверждает это как нельзя лучше, ведь здешние курсанты живут по строгому распорядку и, как никто другой, ценят праздники. Как правило, вузы отмечают его в формате концертов с танцами и песнями, а вот студенты-моряки развлекались, участвуя в таких веселых стартах. Сегодняшний день студенческий, и он совпадает с днем штурмана военно-морского флота. Поэтому в нашем вузе, в морском вузе, эти мероприятия очень знаменательные. Сегодня мы посмотрели те мероприятия, в которых принимали участие и студенты, и курсанты. То есть этот настрой положительных эмоций, где еще раз продемонстрировали взаимовыручку, взаимосвязь. Соревнующиеся поделились на две команды – студентов и курсантов. Кроме игр, в которых нужно было проявить силу и ловкость, молодежь с удовольствием решала логические задачи. Всем без исключения запомнился забавный конкурс. При помощи реактивной тяги воздуха, выходящего из шара, команда должна была первой пересечь финишную черту. Было приятно участвовать в этом соревновании. Было трудно, как это... Курсанты показали хорошую борьбу. Вообще поздравляю свою группу ТМО, ФБОШ. Желаю всем сдать, хорошо закрыть сессию, выпуститься, получить диплом. Студенческие годы – это время молодости, больших надежд и смелых начинаний. Оптимизм молодежи, их упорство, неравнодушие и стремление ко всему новому – основа не только личных достижений, но и без преувеличения будущего Приморья. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.